Доброго времени суток всем любителям компьютерных игр. Мы продолжаем прохождение I'm Alive. Очередная серия, в которой мы оказались в вот этом заброшенном торговом центре. В прошлой серии была насыщена событиями. То есть наш главный герой Адам пытался найти свою семью. Нашел квартиру, в которой мы жили, но там, соответственно, никого не было. Зато нашел записку, в которой было написано, что вся семья эвакуирована. Возможно, они находятся в каком-то эвакуационном центре. Также вот вы видите это прелестное создание за плечами у Адама, то есть ее зовут Мэй. Мы спасли ее от гопников. Затем у нее была рация, по которой к нам обратился какой-то мужчина. Сказал, что он здесь, что здесь безопасно. Мы скрывались здесь от пыльной бури. Давайте посмотрим, что нас здесь ждет. Вероятно, здесь кто-то есть. Разгорит очаг. Мы, говорит, не рады вас видеть. Убирайтесь отсюда. The kids' spots are upstairs. You been here? This is my mommy, yeah. Well, hopefully the good spots aren't too dusty. Здесь обрыв. Ну, раз мы и говорили, что нам вверх, пойдемте вверх. Так, у нас, по-моему, есть один патрон. Хорошо. Food равно home. Еда, говорит, это все равно, что дом. Гласит надпись на плакате. Так, налево или направо? Давайте налево сходим. Там что-то мерцало или мне показалось? Not that way. The good spots are up higher. Еще выше? Туда на... А, вот что-то есть. Нажмите... Блин, не успел прочитать. Я затупил. Окей, I can't plant a peg here. Блин, придется сдохнуть, что ли? Извини, Мэй. Понятно. Надо ставить крюк. Я просто не успел прочитать, что написано. Нажмите, и чтобы поставить крюк. Он позволяет вам поставить точку, где вы сможете восстановить вашу выносливость. Окей. Давайте здесь поставим. Почему? Можешь же, твою мать. Прыгай, прыгай! А, господи, ну еще туда. Блин, сразу не просек этот момент. Что-нибудь схаваем? Это здоровье прибавляет. Это по два плюсика. Выносливость. Нам надо индикатор выносливости увеличить. Ну, а пока оставим.
еще выше наговорил. Здесь ничего нету. Not that way. The good spots are up higher. Как скажешь, Мэй. Я просто разведал. Кто-то кашляет. Did you hear that? Sounds like there's someone below us. Под нами. Здесь? Мы в безопасную зону. Может быть, здесь безопасно. There are generators here. I can recharge my camera batteries. Генри. Генри, ты там? Да, не волнуйся, я здесь. Просто проверяю. Внутри центра. Эй, эй, что происходит? Это Мэй, она кашляет. Возможно, это пыль. Похоже. Подожди, у нее лихорадка. Она вся горит. Дерьмо. Хорошо. Тебе нужно найти один из ящиков с военными припасами, которые сбрасываются на сразу после случившегося. В них есть лекарства. Где есть такие ящики, которые еще не были разворованы? Ищи в тех местах, куда трудно добраться. На крышах высоких зданий. Возможно, найдешь то, что упустили остальные. There's a lookout point on the top floor of the mall. If there are any crates on the rooftops, that would be a good place to spot them from. Понятно, мы кашляет, ей надо помочь. А что тут у нас? КРК? Что такое КРК? А, крюк. Окей, идем смотреть, искать медикаменты. Содовая. Содовая, по-моему, восстанавливает просто выносливость, не индикатор. Сейчас мы подожди. Сначала мы поищем для тебя медикаменты. Так, надо на шестой этаж, мы на четвертом. Через шахту лифта. Понятно, жалко, нельзя сохраняться в этой игре. Упс, давайте заново, а то истратили много. Так, может быть, попробовать вниз спуститься? Там что-то есть? I've been stuck here for days. My asthma is getting worse with every breath. Понятно, ему нужен этот. Забыл, как называется, в общем, чтобы дышать. Стрелять из ног, чтобы открыть решетку. Блин. У меня один патрон. Давайте. Надеюсь, это было не бездарно. Более удаляющее. Как только я найду, что тебе нужно, я тебе его дам. Thank you, Lord. Another person.
пока у меня нету. Передохнем. Мне не забраться. Видимо, надо по тем. Вон по тем электрическим проводам, что ли, залезть. Так, я думаю, нам надо восстановить все-таки нашу выносливость. Для этого используем фруктовый коктейль. Так, и у нас, ну пока подождет. Еще раз пробуем. Да, я был прав. Да куда ты лезешь вверх? Да Адам, ты запарил. Да куда ты лезешь? Пожалуй, крюк вот здесь. Давай, это. Фу, хорошо. Еще крюк нашли. Видимо, не зря использовали тот. Так и надо было. Так, теперь что мы делаем теперь? А, здесь вроде можно спуститься, перебраться вон туда. Мишка в инвалидной коляске. Это, видимо, тот, которому оторвали лапу и уронили его на пол. Это... медицинские шприцы, инструменты, но они, видимо, использованы и нам они не нужны. Так, сейчас сюда подойдем, там что-то я видел, просто канистра. На кой нам канистра? Тут она не отображается. Так, отсюда, видимо, мы можем посмотреть, где находятся наши медицинские. Твою мать. Теперь нам придется пилить туда. На эту высотку. Вон туда он. Mm-hmm.
Так, посмотрим карту. Так, нам надо аж вот сюда. Ящик с медикаментами. Окей. Здесь сейчас будут попадаться всякие гопники, наверное. Так, что это? Более утоляющие. Давайте одно примем. У нас их и так три. Окей. Круто. Везде развалы, обвалы, завалы. Ух ты, смотрите. До скелета. Так, нам скользить. А, он притормаживает, понятно. Этот, видимо, не тормозил. Противничка. Приехал. Тут еще один. Он прям, по-моему, с голоду скорячился. Так, здесь что у нас? Можно? Или нельзя? Ага, туда нам. Нужна вода, написано. Нужна. Тревожнее, тревожнее. Еще катиться. Так. Так, в пыли нам находиться нельзя, насколько я понял. Но нам туда надо. Так, направо и вот в этот маленький проход. А, бегать не стоит лучше. Куда-нибудь повыше, хорошо. Сейчас возьмем содовое. Карабкаться повыше. Это трубе, да ты стой, ты, ну. Карабкайся, Адам. Твою мать. Ой, зачем ты это сделал? Да, здесь получше. Так, куда нам идти? Направо. Better climb out of the fog whenever I can. Да, это да. Это те самые вагоны. Хорошо, мне опять не спускаться. Видимо, да. Здесь показывается, что обрыв. Не сорвемся, надеюсь. Да, сюда спускаться бесполезно. Вот отсюда. Ну давай. Нет, Адам, ты не понял. Ты спускайся. I should be able to
Looks like I could get into the construction site from here. Окей, но только следует торопиться. Бегать я не хочу, потому что еще быстрее будет ходить выносливость. Так понимаю, мы добрались поближе к медикаментам. Возьмите медикаменты из ящика, легко сказать. Надо залезть сначала туда. Веревка? Почему ты не берешь веревку? Полезная вещь. Катиться? Что-то не хочу. Здесь не пыльно? You loot, we shoot. Типа, мы тебя убьем, короче. Не знаю, что такое you loot, we shoot. А, понятно, надо скатиться, зацепиться и добраться вон туда. Да зачем ты это делаешь? Ты зацепишься сам? Левую кнопку мыши надо использовать, кажется. Или правую, потому что я все, все подряд нажал. Бутылка с водой. Что нам дает? А, бутылка воды. Добавляет один плюсик выносливости, один плюсик к индикатору выносливости. Так, наверное, сюда. Looters will be shoot. Мы будем стрелять. Предупреждают, так что впереди, я думаю, налево-направо, чтобы перекатиться. А, понятно, мне надо замедлиться и перекатиться налево и ухватиться, что ли. Перекатывайся, да твою мать! Он не перекатывался. Или без правой кнопочки надо перекатываться. Но зато мы свалили сюда и вот что-то вот здесь нашли еще. Болталяющий, хорошо. Ничего. Ой, ё-моё, перекатился, но не зацепился. Понятно, перекатываться надо с нажатой кнопкой мыши левой.
дальше? Куда? Что-то есть. I'm telling you, there's nothing we can do. It's been two days already. You smell his arm? It's rotting. Shit. Was his arm making that smell? Okay, you're right. Я даже сам не. Опа. Hello? Everything you see belongs to us. Now that includes you. All right, calm down. Да твою мать! Блин, нахер. Блин, я почему-то навожусь на того все время. Да, покоцали, серьезно. Два используем, один оставим. Я пистолетом почему-то навожусь не навсегда, не на того, на у которого пистолет. На какого-нибудь бедолагу типа этого. Вот. Так, ну сюда, видимо. Ну их, по-моему, было не обойти, да? Поэтому пришлось их грохнуть. Надо было это сделать, конечно, поизящнее. Ну да, черт с ним. Так, куда нам дальше? Ага, понятно. Один патрон все-таки я у них урвал. Но жизнями, конечно, дело обстоит плачевно. Надо найти еще более утоляющих. Или что-то в этом роде. Хотя, если мы доберемся до медикаментов, я думаю, там... Еще что ли? Четверо. Obviously, our friend here has more balls than good sense. Just take a breath. Calm down. What was that? What? What's up? It's a bad song. Не знаю, может их не надо убивать, но я убиваю. Потому что они агрессивные. Помочь? Я тебе помогу. Прощай, мой друг. Прощай. Прямо в сердце. Ну, в итоге еще один патрон остался. Ну, этих вообще я шедеврально положил. С моим корявством. Так, предпоследнего я положил просто потому, что был уже опыт, когда долго держишь их на прицеле, они начинают сомневаться в том, что ты выстрелишь, обретают сразу яйца и начинают переть на тебя и кромсать тебя мачетами. Так, ну пока вроде хорошо. Куда идем-то? В общем, куда-то наверх.
По карте непонятно. Блин, здесь тоже как-то непонятно. Может спускаться туда вниз? Да, давайте, пожалуй, мы там закончим эту серию и уже пойдем искать путь уже в следующий раз. Желаю всем всего доброго. Пока.